подготовке теракта на Крымском мосту участвовали не менее 12 человек, сообщили в ФСБ. Организатором назван глава ГУР Украины Буданов. 8 человек уже задержаны. Это 5 россиян, а также граждане Украины и Армении. По данным спецслужбы, замаскированная бомба была направлена в Россию из порта Одесса через Болгарию, Армению и Грузию. В Тбилиси уже заявили, что их страну не покидал ни один груз с тротилом, а в Киеве все выводы ФСБ назвали ерундой, которую не будут комментировать. А грузовик с бомбой, разъяснение ФСБ, реакция стран-транзитеров и вопросы наблюдать. А российская спецслужба обнародовала маршрут груза, который использовали для теракта на Крымском мосту. Сообщает, что замаскированная бомба была направлена из Украины через Болгарию, Армению и Грузию. В Киеве, Ереване и Тбилиси разъяснения ФСБ уже прокомментировали. Об этом Андрей Ромашков. По данным ФСБ, организатором взрыва на Крымском мосту стали украинские спецслужбы, а именно глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его указанию, взрывное устройство, замаскированное под рулоны со строительной пленкой и суммарным весом более 20 тонн, было направлено морским путем из Одессы в Болгарию, оттуда в Грузию. В городе Поти палеты были погружены на грузовик и доставлены в Армению, после чего армянская компания-получатель растаможила груз по правилам Евразес и направила его в Россию на грузовике с грузинскими номерами. К 6 октября замаскированная бомба была доставлена в город Армавир в Красноярском крае, где ее с подменой документов погрузили на фуру россиянина Махира Юсубова, которая позже и оказалась на Крымском мосту. Как сообщили в ФСБ, к переправке груза из Одессы в Ереван были привлечены 6 человек, трое граждан Украины, по одному гражданину Грузии и Армении, а также некий брокер по имени Леван. Подменой документов в Армавире и погрузкой бомбы на фуру Юсубова занимались двое украинцев и 5 неназванных россиян. Согласно релизу, 8 подозреваемых уже задержаны, в том числе 5 граждан России и 3 иностранца с гражданствами Украины и Армении. Могли ли они не знать о находящейся в палетах бомбе, не сообщается. Ранее в российских телеграм-каналах появились сообщения о том, что Юсубов принял заказ через биржу грузоперевозок АТИ. И система там отнюдь непрозрачная, рассказывает перевозчик биржи АТИ Андрей. Практически всегда мы не знаем, что везем. Крайне редко заказчик сообщает, но он требует опломбировать кузов, бывают такие желания. Обычно всегда в последний момент узнаешь, какие дали накладные, то и везем. А что везем реально, не всегда знаем. Накладные-то могут быть на одно, товар может быть другое, в коробках что оно там, это неизвестно. А бывает, что выписывают просто транспортную накладную, а в ней пишут товар народного потребления, и не знаешь. Но это уже неправильно. Бывает, скажем так, не чистые на руку диспетчера, логисты, которые хотят заработать свою маржу. Они частенько бывают, что опасный груз отправляют, как обычный. Публикация ФСБ вызвала вопросы по трем направлениям. Во-первых, ранее глава Следственного комитета Александр Бастрыкин доложил Владимиру Путину, что через Болгарию, Армению и Грузию следовал не только груз, но и весь грузовик. А теперь ФСБ сообщает, что бомбу несколько раз перегружали из машины в машину. На деле это не обязательно говорит о появлении новых данных. Вполне вероятно, что глава СК просто оговорился. В Софии уже заявили, что соответствующего грузовика в Болгарии не было. Во-вторых, параллельно с релизом ФСБ на РИА Новости появились видео и рентгеновский снимок, как утверждается, фуры со взрывчаткой. Наблюдатели обратили внимание, что у автомобилей разное число колес. На ролике у движущей части фуры 2 задних колесных пары, а на рентгене только одна. Опять же, это не обязательно указывает на дыру в расследовании. Поскольку это неофициальная публикация, в агентстве могли спутать видео с подорвавшейся фурой и снимок другой машины, которая, по данным ФСБ, перевозила груз через границу. Наконец, вопросы вызвала дата первоначальной отправки груза из Украины в болгарский порт Русия. Спецслужба указывает, что это произошло в начале августа, хотя в рамках зерновой сделки морским путем из Одессы на тот момент экспортировали только продовольствие. Разъяснений по этому поводу в пресс-релизе ФСБ не содержится. Рассуждает президент Союза офицеры группы «Альфа» Алексей Филатов. Составлено, видимо, в целях оперативной целесообразности. Я вообще не понимаю, зачем нужно давать какие-то нюансы, тонкие вещи для просто обывателя. Достаточно определить, кто заказчик, кто исполнитель. Может быть, какие-то общие контуры. Лишняя информация может повредить дальнейшей оперативной реализации этой информации, цели поимки, ареста, нейтрализации лиц, задействованных в подготовке данного теракта. Допускаю, что может быть специально дана какая-то информация, которая не подтверждена и на самом деле не совсем правда. Именно для того, чтобы организовать некую оперативную игру. Публикацию оперативно прокомментировали предполагаемые транзитеры замаскированной взрывчатки. Как пишет ТАСС, в грузинском МИДе заявили, что страна не причастна к подрыву Крымского моста. А в Минфине страны добавили, что Грузию не покидал ни один груз с тротилом, ни один грузовик или вагон с другими взрывчатыми веществами. Агентство новости Армении приводит реакцию Еревана. Как заявили в таможенном ведомстве, груз прошел необходимый рентгеносмотр, который не выявил рисков и на въезде, и на выезде из Армении.
Как сообщили в ФСБ, подготовке теракта участвовали 12 человек, 8 уже задержаны, это 5 россиян и 3 иностранца с гражданствами Украины и Армении. Расследование теракта продолжается, ведомстве намерены привлечь всех организаторов и соучастников к ответственности. Грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября, заявил глава Крыма Аксенов, а в целом восстановительные работы после теракта могут закончить через полтора месяца. Сейчас почти 700 грузовиков ожидает переправа на паромах через Керченский пролив. Легковой транспорт идет, но в автомобильной пробке приходится стоять по несколько часов, что говорят местные жители и отельеры. Грузовое сообщение на Крымском мосту может быть возобновлено к 16 октября, это заявил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, восстановительные работы могут быть закончены в течение полутора месяцев, а ситуация с транспортным сообщением между Крымом и материковой частью России войдет в штатный режим через 2-3 дня. Сейчас почти 700 грузовиков ожидают переправы на паромах через Керченский пролив после теракта на Крымском мосту. По данным регионального Минтранса, в настоящее время задействованы 2 парома, а в ближайшее время должны заработать еще 2. Кроме больших грузов, обратно в Крым на пароме перевозят автобусы. Легковой транспорт идет по Крымскому мосту. В автомобильной пробке перед Крымским мостом приходится стоять по несколько часов. Вот что нам рассказали водители и пассажиры. Ирина, жительница Краснодарского края, едет в Крым. В основном все сидят на своих местах. Сейчас стоим в пробке, едем на Керчь. В пробке стоим уже 2 часа, осталось где-то с час. Наверное, еще будем на посту. Все люди выходят из машины, смеются, общаются. В туалет бегаем на поля, в кустики, потому что вдоль трассы здесь нигде нет. Говорят, есть биотуалеты возле поста, но здесь же нигде нет ничего. Автобусы не ходят, как говорили, что они уже пущены, нет. Паромы тоже, по-моему, только на грузовые, и то сказали, что сегодня после обеда, возможно, будет запущен паром. Особо жизнь не изменилась, за исключением того, что некоторые бросились бежать за границу, дают недвижимость по бросовым ценам, автомобили. Один из водителей в пробке едет в Армавир из Крыма. Едем в сторону Краснодарского края, город Армавир. Выехали на пробку в 12 дня. Сейчас время 4, приблизительно еще часов 6-8 будем стоять до поста. Напряжения никакого нет, это все понятно, и усиление и должно быть, чтобы не случилось чем-нибудь еще хуже, чем было. Ольга, жительница Керчи. За один день ситуация не меняется. Люди очень удивились, многие очень испугались. Вчера был очень сильный аншлаг в супермаркетах. Утром заходила в амбар, это дискаунтер. Я думаю, там выручка была за вчерашний день, как за декабрь. Машину мы вчера утром пытались заправить. Не заправили, вечером уже не пробовали. Я думаю, к вечеру там уже все нормализовалось. В садик сегодня дети не пошли, потому что они заболели. Так, все работает, все нормально. Паромы вроде начали ходить. Власти в Аксенов в первый день анонсировал запуск поездов в 8 вечера, Севастополь-Питер. Я думаю, они таки поехали. Над Тавридой проезжала по городу в 6-8 вечера. Легковой транспорт реверсивно поехал. Не думаю, что там сейчас какие-то огромные проблемы с этим. То, что показывали какие-то пробки где-то за 100 километров от Керчи в сторону города, не думаю, что это правда. По городу не вижу особых заторов больших грузов, как это было в 2014 году. Их куда-то ставят в отстойники, но по городу они не раскиданы, кипиша особого и паники нет. А в Крыму сейчас находится около 50 тысяч туристов, около 1000 из них воспользовались возможностью бесплатно продлить пребывание на полуострове. С выездом туристов из региона сейчас проблем нет, рассказывает владелец отеля в Севастополе Максим Еремко. На поездах нет никакой сложности, небольшая сложность с автовыездом. То есть радикально никаких изменений для обычного туриста. Вчера и позавчера были пробки по 5-6 километров, да. Но это потому, что мост двигается в режиме регрессивного движения. Но с вчерашнего дня, с этого половины дня запустили 2 полосы. В целом отмен нет. Но вы знаете, межсезонье, оно в целом всегда межсезонье. То есть их не так много, как таковых, а в основном это групповые выезды. Групповые выезды, они поездные, и на данный этап никаких отмен нет. Максим Еремко, владелец отеля в Севастополе. А директор крымского туроператора «Кениш Тур» Оксана Рыбина отмечает, что пока нет определенной схемы продлевания времени проживания. С каждым туристом вопрос решается индивидуально. У нас туристка была в Сакском военном санатории. Она должна была уехать в этот же день, в 17:10 у нее поезд. А мы должны были организовать трансфер. Она перезвонила, сначала отказалась, пошла, продлила отдых, доплатила даже сутки за свои деньги. Потом мне перезвонили.
позвонила и говорит, что позвонила, не знаю, куда она позвонила, и ей сказали, что ее поезд будет. Она попросила трансфер, чтобы мы ее отвезли, а там уже по времени никак не получалось. Ну, то есть ситуация ж менялась постоянно, откуда она могла знать, что все-таки поедет. Это был первый поезд, который отправили. Я ей порекомендовала обратиться в Ростуризм, чтобы ей поменяли билеты, потому что она была настроена покупать новый билет опять за свои деньги. И потом она мне перезвонила, что да, ей поменяли билет на завтра. Мы этим же поездом на следующий день ее забрали, отвезли на ЖД вокзал, и она уехала благополучно. Оксана Рыбина, Кенештур. Озон временно ограничил для жителей Крыма возможность совершать заказы. Из-за происшествия на мосту доставка заказов с нашей платформы для покупателей в Крыму задерживается. Сделать новые заказы также временно невозможно до решения ситуации с грузовым транспортным сообщением между полуостровом и материком, говорится в заявлении компании. Минтрансе региона тем временем напомнили, что еще есть маршрут через север полуострова и новые российские территории, Херсонскую, Запорожскую и Донецкую области. В городских округах Крыма продлили желтый уровень террористической опасности. Речь идет об округах Армянск, Джанкой и Красноперекопск. Они располагаются на севере полуострова. Режим также будет действовать на государственных объектах. В субботу вечером повышенный уровень террористической опасности ввели и в Темрюкском районе Краснодарского края, который прилегает к Крымскому мосту. Президент Владимир Путин, в свою очередь, подписал указ об усилении защиты транспортного перехода через Керченский пролив, а также электросетевого энергомоста и магистрального газопровода. Обеспечить защиту российский лидер поручил ФСБ. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристы могут задержаться бесплатно в отелях республики еще на сутки. По его словам, также бесплатно будет работать паромная переправа. Пока же специалисты проводят экспертизы для определения возможности проезда по Крымскому мосту автобусов и грузовиков. Сейчас они должны будут пользоваться переправой. Кроме того, добавил глава Крыма, очередность отправки грузовых автомобилей будет вручную определяться Росавтодором. Президент Владимир Путин пока не планирует обращаться к россиянам в ближайшие дни. Об этом агентству РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Последний раз Путин обращался к россиянам 21 сентября. Тогда он объявил о начале частичной мобилизации. Российское посольство в Молдавии направило ноту протеста властям страны из-за акции во дворе здания дипмиссии. По сообщению ведомства, на его территорию напал неизвестный, который пытался проникнуть в здание, а на ограждение нанес оскорбительные надписи. В посольстве также уверяют, что выстрелы петард нанесли повреждения зданию дипмиссии. Эту акцию там назвали враждебной. Власти Молдавии, в свою очередь, сообщили, что подозреваемый 40-летний мужчина устроил фейерверк возле здания российской дипмиссии и повесил антивоенный флаг. Его обвинили в хулиганстве и задержали на 72 часа. По данным полиции, злоумышленник родом из России. Подрыв на Крымском мосту, ликвидация последствий. Движение автомобилей и поездов по мосту восстановлено, об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин. По его словам, около суток потребуется на решение вопроса о передвижении автобусов. Для грузовиков пока организована паромная переправа. Какая обстановка в Крыму после ЧП на мосту? Сначала местные власти во избежание ажиотажа ограничили продажу бакалеи в одни руки и запретили продавать бензин в канистрах. Но в итоге эту меру отменили. О ситуации на полуострове мы поговорили с местными жителями. Железнодорожная и автомобильная движение по Крымскому мосту восстановлено. В субботу около 6 утра на мосту подорвался грузовик. Часть автомобильного полотна, обе полосы в одну сторону, в прямом смысле упали в воду. Огонь перекинулся на железную дорогу, она находится рядом и чуть выше автодороги. Там загорелись 7 топливных цистерн. Легковые машины и автобусы начали пропускать для проезда по Крымскому мосту примерно через 11 часов после случившегося. Машины передвигаются по одной полосе в реверсивном режиме. Пропускают только по 50 автомобилей за раз с интервалом в 10-15 минут. Уцелела и вторая полоса, но она повреждена. Зампред российского правительства Марат Хуснуллин, который приехал осмотреть мост, поручил с воскресенья запустить автомобильное движение по двум полосам. Количество проверяющих автомобилей увеличат, чтобы пропускать по 100 машин за раз. В 5 вечера в субботу первые два поезда отправились из Крыма на материк, сообщил перевозчик Grand Express Service. Компания возобновила продажу билетов на поезда в Крым и обратно на субботу и воскресенье. За ночь по Крымскому мосту планируют пропустить 12 пассажирских поездов. При этом люди, которые должны были проехать по мосту в субботу утром, пока остаются в гостиницах, куда их временно расселили. Все отели Крыма подтвердили, что дадут туристам возможность задержаться еще на сутки без оплаты, заявил глава республики Аксенов. Говорит Светлана, которая должна была уехать из Крыма в субботу. В момент взрыва на Крымском мосту она уже была в пути в поезде.
Ехали и остановились. Все спали, было еще темно. Потом уже предупредили, что сейчас сразу никуда не поедем. Никакой паники не было. Все было сработано хорошо. Мы на отдельной ветке были, как техническая. Ближайших населенных пунктов там особых не было. Мы вышли, подышали свежим воздухом. Долго простояли. Мы сели 5:33. Утро. Вот, да. А сейчас вот нас привезли в пансионат в Феодосии. Называется Украина. А много людей? Полный поезд вообще. Вагоны все заполнены, да, в том числе и дети возвращаются из отдыха, подлечились. Нам здесь сейчас приготовили комнаты, нам здесь обеспечат питанием. Все здесь вот налажено. В этом плане очень много автобусов нам предоставили всех. Сколько разрешат пробыть в этом пансионате? Наверное, как только вот здесь все перешится, и сразу будем выдвигаться. А обратно на автобусах, на поездах? Также будет организовано, как мы сюда прибыли на автобусах, также мы отсюда будем выезжать. То есть сначала на автобус, а потом, видимо, тот же, наверное, поезд. Но здесь тоже еще информации нет точной. Здесь мы копейки не платим ни за что. Четыре поезда, которые следовали в Симферополь и должны были в субботу проезжать по Крымскому мосту, остановили в Анапе, пассажиров разместили в гостиницах, их обеспечили едой и водой, сообщили в РЖД. Что касается перевозок грузов, они взяты под особый контроль. Сейчас на подъездах к Крымскому мосту и Керченской переправе образовались пробки. Сотрудники ГИБДД проверяют все грузовики, которые едут из Крыма в сторону моста. Машины скапливаются на больших стоянках и возле АЗС. На въезде на Крымский мост со стороны Краснодарского края тоже пробка из-за досмотров. Но проехать по мосту грузовики пока не могут. В течение суток эксперты должны оценить устойчивость конструкций и дать ответ, можно ли запустить движение большегрузов. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил водителей грузовиков планировать маршрут движения, используя Керченскую паромную переправу. Она будет работать бесплатно. Теоретически есть и другой вариант сообщения между полуостровом и Россией. Дорога проходит через север Крыма, а дальше через новые российские территории, в частности, Бердянск и Мелитополь в Запорожской области и Мариуполь в Донецкой. Дорога в очень плохом состоянии, но в крайнем случае ее использовать можно, говорит координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю Денис Гаврилов. По этой дороге я сегодня их не пустил. У меня наши машины стоят в Крыму, ждут, когда причалит паром. По этой дороге не едем по причине того, что нету покрытия дорожного. Там бездорожье на самом деле. Пустые грузовики еще могут проходить. Ну и грузовая техника, которая не магистральные тягачи, наверное, тоже там смогли бы проехать. Там поле, асфальта нету, ямы по колено. Таким образом, груженые машины туда не едут. Скорости там не будет точно никакой. Там блокпосты, там контроль стоит. Для коммерческого передвижения транспорта, можно сказать, эта дорога не рабочая. А условно газель малообъемная, ну чего-то теоретически. Можно наладить? Можно на стареньких КамАЗиках попробовать ездить. У них навесное все повыше висит, они бак не оторвут себе, еще что-то не сделают. Грузовое сообщение в качестве снабжения, тем более регулярное, нельзя рассматривать ее сейчас. На сегодняшний день нельзя. Вот именно участок в районе Бердянска, там нельзя проехать. Обежать, если через Полога, туда ближе к линии фронта продвигаться навряд ли кто захочет. Ну, сказать честно, мы там не ездили до начала операции. Не знаю, какое там было покрытие до этого. Ну, в самой Украине дороги никогда они не были хорошими, так скажем, именно в глубинках. Там больше такого хозяйственного назначения, то есть фермерские для тракторов, для перевозки того же зерна в тех же КамАЗах. Ну, еще, понятное дело, там тяжелая техника прошла по тому остатку асфальта, который был. Паром и Крымский мост однозначно. Если уж и там проехать невозможно будет, будем выбираться и по тем дорогам. Это крайний случай. Денис Гаврилов, координатор объединения перевозчиков России по Краснодарскому краю. Власти Крыма просят местных жителей сохранять спокойствие. Ранее сообщалось, что на заправках большие очереди за бензином. Но власти говорят, что его хватит минимум на 40 суток и просят не создавать искусственный ажиотаж. С продуктами такая же ситуация. Запасов достаточно. По словам Аксенова, их в любом случае хватит на ближайший месяц-два. Запасов всего необходимого в Крыму хватает. С топливом и продовольствием никаких проблем нет, заявил зампред российского правительства Марат Хуснуллин. При этом сначала власти Севастополя для избежания ажиотажа ограничили продажу бакалеи в одни руки и запретили продавать бензин в канистрах, но в итоге эту меру отменили. О том, что сейчас происходит в Крыму, рассказывает крымский журналист Александр Горный. Реакция, конечно, у крымских властей, в первую очередь Сергея Аксенова, была практически мгновенная. У него большой опыт в аналогичных ситуациях. Мы помним прекрасно вот этот блокаут, который был, и другие очень неприятные моменты ситуации. Но, во всяком случае, конечно, можно говорить сколько угодно, но люди, наученные горьким опытом, сразу же рванули на заправке, то есть людей как бы заверения о том, что топлива хватит на 2 месяца, пока, скажем так, не убедили. И если поначалу там люди имели возможность заправлять
канистры, то сейчас там была дана команда в канистры не заправлять, заправлять только баки машин. В принципе, вполне логично, чтобы как бы сбить вот этот ажиотаж. Что касается продуктов, и как я поехал здесь местные вот эти дискаунтеры, я тоже решил, что коли такая ситуация, пока наладится паромная переправа, логистика возобновится, надо прикупить тех продуктов, которые везутся нам с материка. Дистрибьютор все идет с Краснодара в основном. Своих здесь больших складов, таких как таковых, у нас нет. Да, продукты есть, там и молочка, и все остальное, но нужно понимать, что это, скажем так, небольшая часть ассортимента. Да, там нам хватит и фруктов, и овощей, и всего там, да. Но многие вещи, такие как там минеральные воды, там молоко там материковое или какие-то материковые продукты, они все, понятно, что завозятся, и завозятся в основном с фурами. Конечно, Крымский мост — это было просто фантастическое подспорье после вот паромов, когда вот мы жили в паромном режиме. Время реагирования по запчастям или по каким-то другим вещам было фактически полдня. Сейчас мы готовимся к тому, что логистика серьезно усложнится. Что очень важно, я вот уже не раз говорил о том, что когда строился Крымский мост, было построено 3 моста. Первый — это технологический посередине, с которого шли вот эти забивки свай и, соответственно, как бы все остальные технологические операции, подвоз материалов. Отдельно железнодорожный мост и отдельно автомобильный мост. Это 2 отдельных моста, которые находятся на расстоянии буквально где-то, наверное, ну, 100 метров там, друг от друга. Если бы они были соединены, то, конечно, степень разрушения, и это было бы очень серьезно. Железнодорожный мост пострадал, то есть, понятно, там обгорела краска, вот эти перила поплавились, все. Крымский мост, вот для меня это удар под дых. Когда его открыли, мы просто вот радовались, как дети. Паромную переправу. Вообще, в каком она состоянии, если давно не работала? Паромная переправа действительно была организована до закрытия Крымского моста очень хорошо, и произошла серьезнейшая реконструкция и причалов, и накопителей, и всего остального. Но нужно понимать, что даже при самом благоприятном исходе, с точки зрения организации вот, логистики, именно вот массовой, это пройдет определенное время, потому что нужно просто опять весь этот механизм, весь этот кадровый потенциал налаживать, потому что паромы не ходили. Если сейчас, как говорят, 4-5 штук выцепят, это будет замечательно. Довольно-таки много туристов находится сейчас на южном берегу Крыма и западном побережье, где располагаются социальные санатории, так называемые, которые принимают там пенсионеров там по всем вот этим социальным путевкам. То есть людей много. И я думаю, что с учетом того, что Сергей Аксенов обратился к ательерам с просьбой продлить путевки на определенное время, эта просьба наверняка будет услышана. То есть я думаю, что за людей может быть спокойно. Единственное, конечно, пострадают те, кому срочно надо там было выбираться в Москву, но, к сожалению, сейчас нечем. Это был Александр Горный, журналист из Крыма. После повреждения Крымского моста на полуострове остались десятки тысяч российских туристов. Из них несколько тысяч должны были выезжать в ближайшие дни, сообщил глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский. По словам туроператоров, уже начали поступать заявки на аннуляцию туров в Крым или их перебронирование на другие регионы. Таких заявок немного, никаких проблем с возвратом средств за путевки не будет, пообещали участники отрасли. Горячая линия из-за ситуации в Крыму перегружена, сообщили в Ростуризме. Ведомство вместе с Минцифры создало дополнительный колл-центр для туристов. Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб от повреждений на Крымском мосту в 200-500 миллионов рублей.